Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. И вот состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. А это стартовая расстановка гостевой команды. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Вынос, главное, чтобы повыше и посильнее. Тут силовая борьба. Генрих Мхитарян. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Мяч у Дели Алли. Абамиянг. Ух, какая прекрасная передача пошла от Абамиянга. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Рияд Махрез. Теперь в атаке уже соперник будет. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Это слишком сильно. Вратарь забирает мяч. Люка Динь. Леруа Сане. Ближней штанге идет подача. Штрафной удар. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Огба! Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Нет, не дошел этот пас до адреса. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Поль Погба. Люка Динь. И открывается партнер под атаку. Сане. Не получился навес, будет удар от ворот. Не отдает мяч под прессингом. Погба. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Есть поддержка здесь. Там Абамиянг может сыграть. Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Риад Махрез. Огба! Такое впечатление, целил в угловой флаг. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Вот это да, вот это прием. Вирджил ван Дейк. Кевин Де Брюйн. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Поль Погба. Леруа Сане. Абамиян. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Можно бить! Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Леруа Сане.
Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Кевин Де Брюйн. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Пьер-Эмерик Обамиян. Ух, какая прекрасная передача пошла от Обамиянга. Сбрасывает мяч. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. 1-0 в нашей игре. Криштиану. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Обамиян. Леруа Сане. Делли Алли. А вот хороший шаг. Хороший пас на вход. Решил пробить. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Де Брюйн адресат этой передачи. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Кевин Де Брюйн. Ух, какая прекрасная передача пошла от Обамиянга. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Трибуны однозначные реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Люк один. Там Обамиянг может сыграть. Выбит мяч из штрафной. Делли Алли. Леруа Сане. Заканчивается. Начинают второй тайм команды. Матич. Делли Алли. Морес. Есть время и пространство для навеса. Мяч за пределами поля. Угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Вот мяч из боковой. В такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Рияд Махрес. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже 2 мяча. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Внимание, Матич. Рияд Махрес. Делли Аль. Удар! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Погба. В выгодной позиции игрок. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Кевин Де Брюйн. Не дал пройти этому пасу Делли Алли. Шанс убежать. Хорошо увидел партнера впереди. Удастся ли выжать максимум? Обамиян. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Криштиану Роналду. Будет штрафную подавать. Один отыграть можно. Вколачивай! Есть шанс развернуть контратаку. Нет!
Штрафной будет. Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Штрафной удар. Перехватывает пас Роналду, включается и добавляет скорость. Погба. Леруа Сане. Делли Аль. Хороший пас на ход. Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Генрих Мхитарян. И открывается партнер под атаку. Абамиян! И это гол! Игра возобновляется, счет уже 2-1. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Хороший по задумке пас. Если вариантов нет, Пьер-Эмерик Обамеян. Де Брюйн. Де Брюйн! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! 2-2, у нас снова равенство. Двойная замена от наставника одной из команд. Рияд Махрез. Делли Аль. Чуть-чуть бы везение нападающему, хотя шансов там особых не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали классический искусственный офсайд. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Матич. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Четверть часа еще играть команда. Делли Алли. Пас на ход партнером. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Рияд Махрез. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Роналду. Роналду. Шикарный пас. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Здрасте, пожалуйста. Согласен. Форвард сейчас просто взял и съел защитника. Счет 3-2. Смотрим дальше. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Роналду ошибся. Штрафной будет. Похоже, не пугает его дальнее расстояние. И удар. Положение вне игры. Замена. Вряд ли этот футболист дождется овации с трибуны. Думаю, болельщики явно им сегодня недовольны, да и игрок и сам понимает, что он сегодня сыграл не лучшим образом. Такие матчи надо забывать и двигаться дальше. Матич. Эрик Баи.
Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Вот это да, отлично сыграно. Мяч за боковой линией. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Делли Алли. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Две минуты осталось до конца основного времени. Поль Погба. Морес. Могли забить, если бы не защитник. Судья решил добавить 3 минуты. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Удастся ли выжить максимум? Ермерико Бамиян. Перекладина спасает. Матич. Каркас ворот помешал им увеличить свое преимущество в концовке. Арбитр назначает штрафной. На коротке разыграно. Делли Алли. Все в штрафную. Даже голкипер пошел на этот угловой. Мяч летит в центр штрафной. Плохая подача. Голкипер без труда забирает мяч. И бьет! Вот это да! Какой удар! Супер! 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 Супер момент и супер гол! Успокойся. Что творит? Что творит? Держите его семеро! Да, сегодня он просто какой-то сумасшедший футбол показывает. Каждый раз удается освободиться от опеки и выскочить на ударную позицию. 6 голов на круг. Игра закончена. Какая прекрасная передача пошла от Обамиянга. Сбрасывает мяч. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. 1-0 в нашей игре. Рияд Махрез. Штрафную подачу и есть там кому сыграть. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже 2 мяча. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Абамиян! И это гол! Игра возобновляется, счет уже 2-1. Ермерико Бамиян. Де Брюйне. Де Брюйне! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! 2-2, у нас снова равенство. Роналду, шикарный пас. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Здрасте, пожалуйста.
Вот это да! Какой удар! Супер! Супер, 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 супер! Супер момент и супер гол! Успокойся. Что творит? Что творит?